Всем привет, ребята, с вами Xeon Mega Central, и сегодняшний видос у нас будет не гайд, как это вы привыкли видеть, а будем рассматривать тему, как не следует летать на новом эсминце Zeta. А именно, я заметил, что многие игроки используют Рой как отдельную боевую единицу, и у меня возник вопрос, действительно, а что если бы попробовать именно полетать только Роем в бою, и к чему это у нас, собственно, вообще приведет? Естественно, перед тем, как записать данный видос, я несколько вылетов сделал и понял, что это только лишь подставляет свою команду, и команда проигрывает. Да, конечно, у вас, скорее всего, будет больше всех убийств, это все замечательно, прекрасно, но конечный исход боя – это проигрыш. Может быть, мне так повезло, может быть, я как-то неправильно летаю, хотя я сомневаюсь в этом, но тем не менее. Все три боя были проиграны. И сейчас я хочу вам показать бой. Казалось бы, показательный, казалось бы, много убийств, но этот бой был проигран, и поэтому все-таки не стоит делать так, а именно использовать в своем эсминце только один модуль, потому что всю его боевую мощь вы не раскрываете до конца. Это будем считать краткое пособие на тему, как действительно не стоит использовать эсминец. Я надеюсь, это кому-нибудь поможет. Итак, приступим. Thank you.
У меня на этом все, ребят. Спасибо вам за просмотр. Зовите друзей на канал, подписывайтесь. И до следующих видосов. Пока-пока.